Всем привет, друзья мои! Ну, все-таки, исходя из предыдущего моего видео, где я сказала, что не буду жарить мужу мясо и готовить мясо куры, все-таки я решила исправиться. И приготовлю вот сейчас, не сейчас приготовлю, а готовлю на завтра рецепт новой курочки, которую мне дал... Мой Ашкин пришел, Ашкин, привет. Которую мне дала моя подружка новая, бывшая подписчица, ну и мы общаемся очень часто. Так она делала, приготовила ее на Новый год, и она говорит: Света, это просто бомба, курочка с такой корочкой. А в чем секрет, знаете? Она, я ее завтра напичкаю яблоками, а также обмажу апельсиновым соком. И она будет обалденная, красивая, хрустящая и т.д. и т.п. Ашки как смеется, когда я разговариваю. Я же говорю с такой душой. Ну, в общем, что я сделала сегодня? Я сегодня ее соль, перец, 2 с чем-то килограмма. Вот мы будем, Ашка, бир хафта и тербизе улабили. Тавук. Ики кес, да, бите? Ики кес? Он говорит, 2 раза хватит. Ну, бакарыза, хватит. Ben ne kadar güzel yaparım biliyor musun sen? Yeni tarifi. В общем, короче, я ему сказала, он говорит, на 2 раза нам хватит. Как на 2 раза 2 кило? Тут раз я что пожарила 2 числа, вот только сегодня я ее доела. Представляете, по чуть-чуть и все. Ну все, друзья мои, на сегодня я буду заканчивать видео. Сегодня я целый день отдыхала. Сейчас расскажу вам. Tavuğun başında kimse yok. Aa. Ben de elimi uzattım, alayım dedim. Aha. Arabaya koyayım, kasaya gideyim. Hı hı. Oradan bayan geldi. Dedi ki, yalnız dedi, üzerine etiket yapıştırmamız lazım. Kasada görmeleri için. Doğru. Ben veririm dedi. Hangisini vereyim dedi. Ben dedim, ya biraz küçük olsun, biz 2 kişiyiz dedim. Bunlar çok büyük dedim. En küçüğü bunu verdim. Bu dedim, küçük biraz herhalde. Baktı da 2 kilo. 2 kilo. Öbürü de işte 2 kilo 100 gram, 120 gram. Bu 80 gram. 280. Sonra işte bu olsun, şu olsun derken kız dedi ki, karar verdiniz mi dedi. Valla dedim, bu tavuktan elektrik aldım dedim. Göz göze geldik. Влюбился, говорит, эту курицу дайте ее. Buna söz verdik, artık alacağız dedim yani. Başka говорит, çare... Слово дал, говорит, уже сейчас куплю. Ой, машуха. Dedim, almazsak güçlenişim. Какой он, как он любит разговаривать со всеми. Я не люблю. Ой, сын Варя, сын Варя. Alacağız, mecburuz dedim yani. Ayıp olur şimdi aldım. Забей. Купим, говорит, вот слово дали. Вынуждены были. Так вот, мы, знаете, почему у меня такая идея? Я сколько дней хочу курицу, как сумасшедшая. И вот у нас тут начали готовить, но там же что готовят на улице, 2 кило не будет, и кило олмачак и дешарая сатьёрларки, а майки кило, короче, 56 лир стоит одна курица, но там она, сами знаете, а тут 2 килограмма, и я так вкусно пожарю, я думаю, что у меня получится завтра все. И вот такие вот дела, мои дорогие, чем я занималась сегодня. Я сегодня кайфовала, я нифига не убирала, не пылесосила, не полы, не мыла вчера, что только сделала. Хотя понедельник мы аж на базар не ходил, только пошел купил вот эту курицу в Карфор, потом сладости купил, печенье, и мне дают. Я говорю, ты что, говорю, я печенье не ем. Ну вот так как-то прошел день, я даже поспала сегодня. Завтра у нас йога, но мы йогой вот из-за дождя не будет йоги. А девочками мы решили собраться в кафе и порисовать нейрографику. Я вот сегодня сидела, занималась там, писала конспекты, училась. И много чего. Сейчас сижу на вебинаре, один, второй, не заканчивается у меня эти вебинары. Ашка вот сидит, стоит здесь, курит как паровоз. Тренгибить, чёрсом сигары. В общем, завтра идем рисовать нейрографику, посмотрим, как и что будет, мои дорогие. Вот и все. Поэтому я сегодня и в истории, в Инстаграм сейчас вспомнила, что у меня все пусто. Уже пишут мне мои девочки, подписчицы, Светлана, мы вас потеряли. Я же истории интересные, каждую минуту говорю о том, о сём. Кстати, анализы Ашкева пришли на... Это в лет, вот на, а мои не пришли. И у него
сахар повышенный там, холестерин повышенный, много чего повышено. В среду пойдем к врачу, так как завтра мы идем, я иду рисовать, и некогда будет, будем лечиться. Ну, а о своих результатах анализов я обязательно сообщу. Ну что, друзья мои, я сегодня, кстати, приготовила мужу такой вкусный суп щавельный с яйцом. Он так снопал от души. Вчера суты это делала. И макароны приготовила. Ну, завтра будет кушать курицу. Вот такая вот у нас погода, посмотрите. Холодно. Мы забыли прямо этот ковер. Он мокрый-мокрый весь. Да, вот такие вот дела. Ну ничего, высохнет, постирается заодно. Ну что? Ой, похолодало, так вчера было классно, а сегодня похолодало. Все, друзья мои, пошла я рисовать нейрографику. Очередной мой рисунок, нейрорецепт. Закончила, и отключаюсь уже. Так хочется спать. Оказывается, знаете что, вот то, что я рисовала, вот то, что я себя плохо чувствовала вот 2 дня, это все это причина. Идет обострение. Вот я сегодня, видите, сделала. Не знаю, как на себе буду это чувствовать, но смотрите, 3 исполнения желаний тут, чтобы ушла болезнь чего-то. А это вот шарики на поднятие силы, энергии. Это стабилизация давления. В общем, друзья мои, спокойной ночи, пока-пока. Пока-пока. Всем привет, мои дорогие. Мы сейчас находимся в Граду. Будем рисовать с девочками. Еще подтягиваются остальные. Пока нас 5. Сейчас еще должны прийти. Нам создали такие уютные условия. Включили кондиционер, выделили комнату с большим столом. Все как для нас надо. Ну, неизвестно, хорошо. В России об этом говорят с 2014 года. Так что говорить об этом можно бесконечно. Видишь, сейчас такой экономический тут кризис явно. Да я его не выучу. Я не учу пока. Так что-то запоминается. Ой, ты меня будешь записывать. Сенчок и Ебельерсон. Узуман Бенсу Сюйорум. А мам. И он сейчас уже купил землю в горах, хочет авокадо выращивать. Уже но это мне очень нравится. Почему? Потому что 2 мальчика, и будет работа на земле. А это супер, я считаю. То есть это же не то, что там он будет как раб стоять и там работать. Это деревья, это... Мои, ну что, я думаю, мое выступление было нормальным, хотя я очень нервничала. Но сейчас мы начнем рисовать. Снимаю для Ютуба. Спасибо. Для Ютуба снимаю. Работаем. Ремонтик моя. Вот так мы рисуем, девочки. Красиво. Вот так вот взяли, покромсали, а потом поиграли, поняли, что это же собака, это же ответственность. Как у вас успехи? И назад вернули. Прекрасно, прекрасно. Стараемся. Нравится или нет? Или не нравится? Да, нравится мне. Я тут как говорила, немножко сопротивление. Да, потому что первый раз, потому что не знаю. Ага. А так? Да. Девочки рисуют мои. И выбросили на улицу? Нет. Сестра подала объявление в интернет, и там еще есть такая группа, что типа, если кто-то там пропал, собаки вот такие. И нашли, ну и кто-то же прочитал и вернули вообще. Ну что, я уже начала рисовать? А я тоже начну. Мне уже кажется. 4 года вот это. Я уже, видишь, как интересно. Каждый раз было такое, что спали, я просыпаюсь, потому что у меня режим уже просыпался. Что получается? Угу. Вот тут вот тоже вот уголочки потом. Угу. Я где вижу, я уже... Сразу прямо, когда делаешь, да, да. Черненьким сразу, чтобы ты... Угу. Чтобы у тебя вышло уже готовое, проработала свою тему сегодня. Не, я нормально сплю, если не плачу, ничего, я нормально сплю. Девочки, знаете, что когда вы раскрашиваете, чтобы у вас было такое именно нежное, чтобы не было вот таких вот острых линий, вы вновь образуете эти углы. А я потому что на ребристой вот этой подложила.
Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Довольны, счастливые, мы идем по домам. Вот в таком кафе мы сидели уютном. Спасибо большое, Граду. Я села. Если неудобно, я кресло могу в багажник. Такие у нас девочки крутые. После встречи с Евгениями у меня появилась такая идея, такая мотивация после прорисования нейрографики, какие-то силы и такой аппетит, что я пришла домой, поставила курочку в духовку, сейчас вам покажу, и решила приготовить картошку по-деревенски. Я не знаю, как это называется, но у нас в Грузии продают в ресторанах. Именно с кожицей я хорошо помыла и решила сделать, значит, так. Я раньше это все зажаривала в духовке, но сейчас я решила изменить рецепт. И сначала я проварю до полуготовности, помешаю специями и поставлю в духовку. А здесь у меня жарится моя замаринованная курица, которая просто была... В чем была она? Соль и перец. Сейчас я буду волшебничать. Девочки, это не представляете, какая красота скоро будет. Я сейчас посмотрю, готова она или нет, и начну волшебничать. Варю соус волшебный. Здесь сок одного апельсина, столовая ложка сахара и сок половины лимона. Я должна уваривать такая, чтобы густая была смесь, и потом я этой смесью полью курочку. Вот такой секрет. Посмотрим, что из этого получится. Вот смотрите, я добавила сюда оливковое масло, кикик, красный перец, можно еще и черный перец. Перемешаю сейчас и в духовку. А здесь у меня картофель. Я его до полуготовности отварила. Сейчас помешаю со специями и с картошечкой пожарю. А вот наша курочка почти готова. И сейчас я буду поливать этим соусом ее всю. И она должна дать такую карамельную, такую красивую корочку от нее получится. Вот так, друзья мои. Колдую. Решила шкуру покормить мясом. Тут 2 кило, поэтому я ее положила в духовку на... Сейчас скажу, на сколько. На 2 часа. Оказывается, сколько килограмм курица, столько и часов. Если 1 килограмм, то час должна быть в духовке. Вот. Такие вот у меня подружки есть. Олечка из Анталии, спасибо за то, что ты поделилась этим рецептиком. А тут вот я в салче, все по турецким рецептам. А посмотрим, как выйдет, да? Очень мне самой интересно. Так вот. Я ее пожарила на соли немного. Сейчас переверну и покажу вам готовый результат. И вот моя курочка готова. Я ее специально вот стояла и сильно поджаривала. Но она не сгорела, может, камера так передает, да? Но внутри, самое главное, я ее положила на другой противень. Внутри, мне интересно, какая будет реакция у моего Ашкыма, когда мы ее распакуем. А там он увидит яблок. Видите, я ее с Пашками там всю зашила, можно так сказать. Укрепила, закрепила. Мы посмотрим, этот соус ему понравится и вообще, как он отреагирует, да? Вот такая красота вышла. Ну, а еще я вот приготовила салат. Вот такой соус, лимон здесь, оливковое масло, специи. Это потом. И вот моя картошечка жарится. Экспериментирую сейчас над духовкой. Тут очень много программ, включаю и слежу. Ну вот такой вот у нас будет ужин со Ашкымом.
буду готовить сейчас, переоденусь и будем садиться ужинать. Сегодня замечательно прошла встреча у нас с девочками. У нас появилось 3 новые девочки. Я очень довольна. Мне кажется, что я им объяснила все как надо. Они были очень благодарны. Я рассказала, что такое нейрографика, в чем ее суть, в чем ее смысл, что с ее помощью можно прорисовывать, что это такое за наука, кем она была создана. Было очень все интересно. Так что вот так вот, друзья мои, я благодарна Богу и Вселенной за все, что происходит в моей жизни. Да, я довольна сегодняшним днем и то, что происходит в моей жизни. И мы встретимся на йоге с этими девочками. Ну вот, вот такой вот у меня ужин. Уже что вам показывать? Все красиво, вкусно. Буду готовить, ждать, пока картошечка приготовится. И буду накрывать на стол. Портокал хой мало. Портокал долязи, мама... Olmadı çirindi. Он знаете, что, girmedi. Он знаете, что в шоке от того, что я положила яблоки. Говорит, почему грушу не положила? Говорит, надо апельсин. Aşkım çok lezzetli bir şey. Ben bu yiyeceğim. Elma. Elma, evet. Tavuklu elma. Bizde Ruslar yapıyorlar. Sarımsak, elma. Sarımsak olabilir de elma ne ya? Мне понравились эти яблочки. Afiyet olsun aşkım. Посмотрите, какая картошечка красивая вышла. Курочка какая. Смотрите. Пока джаз. Приятного аппетита. Да, вон суп захотел. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.